Взрыв в жилом доме в Киржачском районе в поселке Барсово. Произошло частичное обрушение многоквартирного дома из-за взрыва бытового газа. Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей почти в 15 часов. На место незамедлительно выехала техника. Сейчас сотрудники МЧС разбирают завалы после взрыва. Ранее в СМИ появилась информация, что при взрыве погиб человек, но ни МЧС, ни следственные органы эту информацию не подтверждают. Известно, что сам взрыв, после которого в здании обрушилась кровля, произошел в двухэтажном 16-квартирном доме на втором этаже. Возгорания не последовало. Сам дом находился на территории военного городка. На место происшествия из областной администрации уже выехал в РИО первого заместителя губернатора Александр Байер. В настоящее время на месте работает группировка в составе 33 человека, 17 единиц техники. По предварительным данным, под завалами находится один человек. Одному человеку оказана помощь на месте, еще один человек доставлен в больницу. Информация уточняется. Информация поступает из разных источников, в том числе следователи и криминалисты Следственного комитета подключились к расследованию дела. Они уже успели пообщаться с одним из пострадавших. Мужчина рассказал, что вернулся домой и не включал никакие приборы. Его 83-летняя мама находилась в одной из комнат. В какой-то момент мужчина услышал хлопок, и его через окно выбросило на улицу. По данным следкома, пострадавший получил ожог рук и легкую контузию, а соседка ушиб грудной клетки.